Дякую, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, по Приморскому району множество раскопок, которые не закрыты, в том числе и там дорожном покрытии, на сфере нособорки и прочее, прочее. Как вы, как руководитель района, считаете, те темпы выполнения работ по закрытию раскопок, они соответствуют требованиям современных, вообще требованиям законодательства, или это все-таки халатность исполнителей и тех контролирующих служб, которые за этим должны следить? И... Сегодня по правилам благоустройства нашего города любой субъект, который хочет повредить покрытие на территории нашего города, должен взять на это дозвол. В этом дозволе он должен определить сроки, когда будет открыта раскопка и когда она будет закрыта. Есть огромное количество структур сегодня в городе, которые занимаются такими видами работ. И самое главное, что для меня, как руководителя района, конечно, обязательно в первую очередь, чтобы они были безопасны, они были ограждены и термины действительно в срок закрывались. Да, сегодня создан отдельный департамент по благоустройству нашего города. Сегодня руководитель этого департамента абсолютно четко понимает, какие сроки и на каких раскопках вышли, и, конечно, штрафные санкции обязательно будут применяться. И то, что раскопка может простоять полтора-два, а может быть и больше месяцев, и она не закрыта, я считаю, что, конечно, это неправильно, и те службы, которые ведут эти работы, должны понести наказание, и даже если это наши городские структуры, и их подвели подрядчики, потому что если, допустим, наша городская структура ведет ремонтные работы, аварийные ремонтные работы, а затем у них есть договор с субподрядчиками, которые должны закрыть эту раскопку, и они не закрыли, я имею в виду субподрядчики, конечно, применять к ним меры воздействия. Если можно, я не проследил, раскопка Наговора, о которой так говорили и на исполкоме, и, по-моему, даже на сессии, она закрыта уже или нет? Если мне память не изменяет, опять же, то ограждение уже снято, и верхний слой засыпан холодным асфальтом, назовем это так. Пока погода не позволяет нанести асфальтобетонное покрытие.